14 лет я вступила в литературный лицей. И там уже начала писать свои первые оригинальные произведения. А не так давно мне был вручен членский билет в Курского союза литературы. Пишу я прозу. И сейчас хотела бы представить вашему вниманию одну из своих миниатюр под названием «Минута прошла». Шар. Нечаянный звук неприятно резанул слух. Ноги уже совсем не поднимаются. Ты устало выдыхаешь облако теплого пара и останавливаешься. Останавливаешься. Просто чтобы остановиться. Чтобы оставить суматоху будних дней где-то еще, ну и при себе, хотя бы на минуту. Дайте всего минуту. Утро. Уже светло. Видно все отлично. Но лишь в эту минуту ты замечаешь, как идешь по широкой дорожке, вымощенной плиткой двух цветов. Какой-то узор. Разобрать его не получается из-за ярких оранжевых листьев. И маленькие, и большие, они уже начали покрываться вокруг. Впервые за долгое время ты сам отрываешь взгляд от земли и смотришь наверх. Ох, деревья стояли, словно все ящики под ярким солнцем янтарной кроны. Под ярким солнцем. Не так давно казалось, что не таким уж и ярким. Непрошенный холодный ветер обдувает тебя. Ты ежишься, сжимаешься, стараешься уменьшиться, будто бы это поможет. Одна надежда только на бесцветный металлический термос, который ты крепко держишь, словно схватившись за единственную возможную опору. Рукава куртки до ладони не достают, перчаток нет, лишь термос горячим кофе. Отпиваешь совсем немного, обжигаешь язык, после чувствуешь сладковатый ореховый вкус. Тепло приятно распространяется по телу. Шок. Новый нечаянный звук уже не так сильно бьет по ушам. Ты медленно поворачиваешься, вроде бы ничего, но звук точно был. Тут из-за дерева появилась сорока. Степенной походкой она двинулась дорожкой, спрыгнула на нее и повернулась в твою сторону. Секунд 10 вы смотрите друг на друга. Ты даже забываешь о холоде, неприятно бьющего по плечам сквозь весело одежду. Птица покрутила головой и шумно взмахнула крыльями, спешно улетела. Ты смотришь ей вслед. Сорока поднимается над летальной скалой, но не выше. Продолжает лететь куда-то по своим сорочьим делам. Секунда, две. И вот ее уже не видно. Что ж, и тебе пора. Минута прошла.